что-то замышляем. Я утверждаю обратное. Ты. Я. Бенджамин Франклин. Конгресс отправил меня сюда, чтобы привлечь Францию к нашей войне против Англии. Америке нужны люди, деньги и оружие. С вашей помощи Америка закончится. Дедушка, сколько мы здесь остаемся? Пока мы не подтянем Францию на свою сторону. Другой вариант. Дипломатия, не осада, а соблазн. Мы знаем, что ты проблема. Ты что-то замышляешь? Я планирую доставлять корабли в Штаты. Нет, ты замышляешь что-то еще. Мы сделали предложение. Остерегайтесь обещаний французов. Все в порядке? Возможно, нет. На нас кто-то шпионит. Будь осторожен. Франция не выиграет, присоединяясь к Америке. Англичане победят вас. Это может нам стоить. Это будет стоить вам больше. Если цена – наша жизнь. Мы заплатим. Знаю, кому доверять. Я здесь, чтобы помочь стране. Твое время истекает. Кто ты на самом деле? Тем, что требует мир. Это опасная игра. Такие игры я люблю играть.